Добрый день, друзья. Мы едем собирать Люсю. Вот у Люси поклонники. Люсико, зайка, отойди, будет. Зоопарковская. Это Люся, известная. Люся. Самая известная обезьяна в мире. У нее есть свой YouTube-канал. Наша любимая Люся. Она же должна туда, в корзинку, в корзинку. Конечно. Она знает, что... Боже упаси, дома не будет. Дайте, чтобы у вас дома не было. О, Люся едет, надо купаться, надо мыть опу. Сегодня 23 градуса, люди уже ходят в шляпах. Уже в летних платьях. Люся, подожди. Владик, что ж такое рванул? Люся любит быстро ездить. Это да. Она как это. Люся, ты сейчас будешь... Не надо переходить. Не надо переходить. Из... Ну... Хочет. Ну, давай. Опа. Давай. Опа. Это ее любимая. Занятие. Это да. Все, скажи, едем мыть опу. Соскучилась моя. Сейчас будет всех. Воспитатель приехал. Ну-ка. Сидит так. Ну, давай, закатывай. Рули. Люся смотрит, дверь закрыта, в окно полез. Люся, ты мне все цветы переломаешь, а? Открывает, скажи, запускайте. Люся, ты кого ищешь? Котенка? Скажи, где? Быстренько скажи, где ежи, где котята, где обезьяны? Владик ежей пошел смотреть сразу. Люся сюда. Вон котенок! Опа! Все, пошла. Ну, красопета. Открываем двери. Люсь, оп. Где котенок? Где котенок? А ну-ка давай. Что там с олененком? Давай. Люсь, давай попу мыть. Давай мыть сначала опу, Люся. Скажи, подожди, какая опа. Ой, все. Теперь Басика обнимает, да? Люся пищит. Кто пищит? Люди. Бася пищит. Ой-ой-ой. Бася пищит. Оп. Опа. Что? Вот так. Кто там? Бэмби там. Тут Басик, там Бэмби. Да? Вот это да. Вот это всех много. Да? Вот это жизнь. Скажи, папа, ты не так, надо вдоль, а ты поперек гладишь. Скажи, правильно гладь, я ж тебя Люся, учила. Помогай, давай, помогай гладить. Ага. Оп, следом. Все, Басик попал под ее ласку, опеку. Все, блох, давай искать. Что, того тоже надо? Бэмби тоже надо сюда? Папа, скажи, бери. Ну. Куда побежал? Все. Куда побежал? Скажи, стоять бояться. Так, ты к Бэмби?
Ну, давай я Бэмби к тебе поставлю. Вот это олень. Это тебе не ежики. Опа, опа. Эй. Ёжики куйносые. Опа, опа. Сейчас будем всех кормить, да? Так. Мне придется, друзья, уезжать. Поэтому, Ваня поговорила с Лялей. Отдадим ёжиков ей. А вот. Вадик как-то с ёжиками не очень справляется. Руки большие у ёжиков. Маленькие родики. Да? Бэмби. Что такое? Что такое, Люся? Ой, ой, заботливая. Ой. Заботливая. Ну все. Теперь ее, понимаешь, может, ты видишь, ее уже все опять никуда не тянет. Жих, жих, жих. Она опять включила «Я же мать». Ой, и там дети пищат, и тут. Люся, ежиков смотреть пойдешь? Люсь. Играется. Заходи, ты нормальная вообще? Куда опять тебе? Опа, напишут тебе опять. Жих. Опа! Как котенок вокруг ежиков прыгал, так Люська вокруг котенка. Что, ты покрывало забираешь красивое в маках? Ты играешься, да, со мной? Да, играйся, говорит. Скажи, понабирали себе, скажи. Назад, оп! Котенок, калиненку. Ну, и ты туда? Ищет, ищет. Ежики не тут. Иди вон, иди к ежикам. Люся, не жри засыпку для туалета. А, орех нашла там. Ти-ди-ти-ди-ти-тим, ти-дим, ти-ди-ти-ди-ди-тим, ти-дим, ти-ди-ти-ди-ди-тим, ти-дим. Иди ко мне. Люся, иди к папе. Иди, моя, иди, моя. Иди ко мне. Эквилибристочка. Иди ко мне, иди, моя рога. Ай, дядя, ай, иди ко мне. Вот так она только к Владу. Вот так вот. Идет, возмущается, возмущается, идет. Ой. Ой, целуется, не выпуская орех изо рта. Люся, оп, все-таки уронила орешек. Так, котейка, ты стал не туда в туалет, я смотрю, ходить. Вслед за олененком. В сено. Да, да. Нормально? Сейчас будет, он уже, да. Так, надо побрызгать туда. Не нужно вот это вот. А Люся такая ищет, все ищет кого-то. Скажи, может, еще кого спрятали? Ну, Люся, сразу такая, что ты котенком прикрываешься? Вывернула все. Стой, Люся, запусти. Ага. Уже все. Все, котенок стал все находить. Был порядок. Относительный. Теперь будет хаос. Вот что ты вывернула? Так, а там эти пищат. Все, нужно собираться, группироваться. Все, 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 да, свободу. Люська на свободе, а вы нет. Свободу. Сейчас. Люся, давай. Оп, 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 свой вольер, давай. Ай, надо было, ты усиля... Смотри, смотри, втягивай, втягивай. Все, что сверху лежало.